Он неадекватен, вообще в сторону птички погнал. 4-2-4, где вы находитесь? Нет, ты показал, ты сказал, покажи. Нет, давай. Вы кто такие? Давай, мы сначала посмотрим. Мы сначала посмотрим ваши сначала посмотрим. Бери засовывай. Пытаюсь. Сделай на ориентацию, что ли? Да, давай. Ну, Сай, подожди, накидайся. Давай, будешь снимать? Садомазом он не... Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. И все это происходит у Барвихи. Лакшери Клаб. Сейчас они будут выезжать. Он выезжает. Сейчас вот тут задом будет сдавать, не знаю пока куда повернет, но вот сейчас задом будет сдавать. 441, Саратов. Так. Ну он вообще в говно. Мне кажется, он кого-то стукнуть должен. Он, мне кажется, в сторону птички поедет. О, вот это да. На повороте включил. Это вообще. Да, он уже задним ходом выехал на улицу. Сейчас он, скорее всего, в сторону птички поедет. Да, он в сторону птички, он вообще неадекватен. Он вот это втащил. Он неадекватен, вообще в сторону птички погнал. Вообще неадекватен. Вон, мы уже к птичке подъезжаем к кольцу. 441, там где-то кубинет. Адрес у нас он. По кольцу. Так, он у нас сейчас по Хальзунову в сторону этого авторынка поехал, по Хальзунову. Подходим к перекрестку с Владимира Невского. Направо поворачиваем на Владимира Невского. С Хальзунова на Владимира Невского поворачиваем. В сторону Лизюкова пересечения. Поворачивает. Он здесь заезжает на это какой у нас адрес? Проезжай вперед, Антон. Стой. Лицей номер один. Как?
Адрес. Владимира Невского, 1Б. А Владимира Невского, 1Б. 1В. Он подъехал Владимира Невского, 1Б. Значит, подъедьте Владимира Невского. 1В. 1В. 1Б. 1В. Он нет, это здесь какое-то еще одно заведение. Он здесь пытается газует, что-то непонятное творит. Напротив литра или напротив литра? Напротив литра. Напротив литра? Да, 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 да. Тихо, тихо, тихо. Там заведение какое-то, напротив литра, там это автомобиль. Он туда, видишь, он во дворы как-то срулил, давай туда, давай. Он во дворы срулил. Тихо, тихо, подожди. Стой. Он заглушил, он заглушил. Давайте, скоро они там будут. 441 Саратов, где находится? А где вы находитесь? Управдом, управдом, он управдома здесь стал, напротив литра. Да, 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 напротив литра. 441 Саратов, автомобиль, где залили магазин, управдом. Он вышел из машины. Так, мы на связи, мы пошли за ним. Вы там на связи? Где экипаж? Здравствуйте. Ой, что вы так стоите? Ага, слушай, убери, а то ты это мне... Что, ну, что? Полиция, что, полиция или что? Давай. Что там? Не пойдем дальше. Что там? А что, не, подожди, ты гаишник или что? А, что, что? Да ну, какая разница? Покажи, да там нет ничего вообще. Не, ну, ты показал, ты сказал, все, покажи. Не, 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 подожди. Давай, 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 давай. Вы кто такие? Давай, ну, мы сначала посмотрим. Мы сначала посмотрим ваши. Ваши сначала посмотрим. Вы кто? Нет, я не сотрудник. Вы ваши давай посмотрим. У тебя ксива какая лежит? Ты сотрудник? Вы, подождите, нет, я не сотрудник. Ты же показываешь мне ксиву. Вы что, а вы кто такие? Какой записывал? Вы блогер. Вы блогеры, я знаю. Я еще раз говорю, вы блогеры. Вы показали мне сейчас удостоверение сотрудника. Нет, до свидания, ребят. Вы блогеры, я знаю. Вот, они приезжают мимо, тормозят, заезжают. Если ты меня сейчас попробуешь остановить, я тебе сломаю челюсть. С одного удара. Понял? Можешь отойти от меня, пожалуйста. Ты не имеешь права вообще меня остановить. Все, давайте быстрее сюда. Да, блогер. Все. Владимир Серов? Да. На него мы. Подожди, это как? Это блогер, я знаю. Ребят, вы кто? Хватит, не бегай. А мы тоже не обязаны. Дайте ему пройти. Мне показали удостоверение. Я хочу узнать, что за удостоверение. Подождите, а на каком основании? Давай. Мы идем отдыхать. Если он является сотрудником, он обязан. Подождите, а вы кто такие? Подожди, не спорь, не спорь. Зачем отключить? Рот, подожди, отойди в сторону. Отойди в сторону, пожалуйста. Не, мы не включили. А что вы? Телефон. Отойди, я сказал. В сторону и рот закрой, еще раз сказал. Мне бесит. Я лично не Серов. Не, просто значит. Давай не будем вот это. Ну, покажи, пожалуйста, мне удостоверение, кто там Серов, хотя бы показывает. Да и зайди на! Блять, ты че, брат, сука, бестолковый? Вот, все, вот, приехали, парни, видишь. Все, отлично. Вот. Все, спасибо большое. Здравия желаю. Все, видео, все есть, управление, все управление, все машины. Кого водитель? Где водитель? Документы ваши какие-то. Да, не при них. Они не имеют права. Да, вопрос. Пойдем. Ребят, отойдите, пожалуйста. Не надо сейчас пока отойди, ты. Да, не надо снимать. Хорошо. Не надо снимать. Блин, Володь, куда делся? Антон, я соглашусь. Я... У меня здесь выпал. У тебя с тобой? У меня в машине выпал, походу. Ребят, снимать вы не имеете права. Снимать вы не имеете права. Я не давал разрешения на съемку. А первым за рулем ездить имеете право? А где кто ездил пьяный? Тут где как? Да это никак. Подожди, где кто ездил пьяный? Ну вы не это ездили все зафиксировано. За автомобилем. Нет, вы на данном автомобиле, вот здесь куча свидетелей стоит, которые видели, как вы управляли и заезжали сюда на этом автомобиле. Более того, мы сами видели и зафиксировано, как вы управляли транспортным средством. Я пьяный вообще? Ну, у вас имеются признаки опьянения. Признаки опьянения или у меня сердечный недостаток?
Не, убери свой фонарь, сказал. Иди. Что ты мне сделаешь? Что тебе сделал? Фонарь тебе в задницу засунул. Смотри, чтобы давай, у тебя не оказалось. Давай, на, засовывай. Засовывай. Бери, засовывай. Бери, засовывай. Традиционная ориентация. Жух! И ты петух. Да, да, я ей, давай, давай. Тогда держись, я подачу. Слушай, тут даже на метр к тебе подходить западло. Приветствую. Ты хорошо, ну. Да. Он тут нам тут предоставлял пенсионное удостоверение. Какое пенсионное? Ну вот у тебя там зафиксировано. Вы что, ребят, я опять ерундой занят. Ребят, а что произошло? Я за себе мог поставить. Ну вот, приехали, короче, вот такие кайфовые большие. Кого? Не, ну давайте я за себя, короче, дам себе. Что происходит? Вам надо за себя. Деньги дать или что? Дайте нам в тюрьму. В тюрьму? Ебать. Да, с вами в тюрьму. Это ты, короче... В чем мне с вами разговаривать? Ну ты же в тюрьму. Ну что, кому хотите дать? Ну ты сказал, там почему? Там что, драка или что происходит? Там денег, да, может быть. Что ты говоришь? Про какую тюрьму? Я не знаю. Хоть мужиком, ну кто ты тюрьма? А ты, а я кто? А, я не знаю, кто ты. Не знаю. Ты, тогда иди отдыхай. Он тут может уйти. Кто ли с ним останется? А? Петрович. Петрович, смотри, ты. Давай, а то... Что, Серова? Ничего, Серова. Все хорошо. Все хорошо, да. Ремонт, я документы отдал. Я документы ДПС отдал. Да что, езжайте. Куда езжать? Подожди, а кто езжает-то? А кто езжает? Все, ребят, успокойся, слышишь, оставь камеру, ага. Как дети, что ты стоишь, снимаешь, как это. Когда мне нужно будет тебя снимать, когда мне нужно будет, я тогда буду снимать. Слышь, давай ты будешь снимать. Давай ты будешь снимать, как я жену не буду. Давай. Ну ерунда не занимайся. Нет, ты просто говорю. Не шуми. Ну все, ночь. Занимали. Говорю, лезут в вашу жизнь. Тебя добавить, тебя. Каждый Лаза должен своей работой заниматься. Вы как пидорасы, блядь. Ну ничего. Вы как пидорасы можете снимать, так пидорасы вы себя поступаете. Снимай, снимай, да. Снимать пидорасов надо говорить, слышишь? Че ты? Да, слышь, ну, Зай, подожди, нагинайся. Давай, будешь снимать? Та дамаза на него это. Вообще, блядь. Не заказывай. Дебилов ждет. Понравится всем. Лайков там берете. Висаж, давай мы с тобой пообщаемся. С той стороны. Вот, да, можно без него. Конечно, мы вдвоем в машине. Или побежишь. Я, наверное, уже побежал давно. Ну все, нормально, можешь снимать, я согласен на съемку, давай, че. Вы согласны? Да конечно, я согласен, ребят. Я говорю, Серов Владимир, говорю, знакомый мой старый. Почему а, Владимир? Что происходит? Ты вот кайфуешь, да? Что нельзя так делать. Как нельзя? Как нельзя? Лезть в чужую работу. Да, снимай. Чужую работу? А да. Работа ездит пьяным или что? Где я пьяный ездил? Ты мне наливал, что ли? Ты мы столпили. Подожди, мы ты мне наливал, ты мне выпивали. Послушай. Ты мне... У меня 4 года безработный человек. За что я могу выпить? Скажи, имеются признаки опьянения? У меня? Нет. У меня имеются признаки, что я в гараже живу и ем, знаешь, как зефир. Ел там? Давайте зефиром вообще. Да ладно, слушай, я тебе расскажу. Да, зефирчика скушай. Скушай зефирчика. Не, подожди, скушай зефирчика. Это за месяц воды и зефир. Послушай, вот, я тебе расскажу. Вот тебе, поживи вот так вот. Попробуй, братов, поживи вот так вот. И не подставляй, смотри, не подставляй ребят вот эти. Я не употреблял вообще, у меня печенка не позволяет. Но я порой был так беспечен, ты прости меня, родная печень.
тогда все просто, смотри. Сейчас ребята чего? Будут освидетельствовать. Нет, проводить. Я не буду освидетельствовать, я отказываюсь. Почему? От свидетельства. Я отказываюсь, ну, я не хочу. Поедешь, я... дальше. Куда я поеду? Нет, я никуда, я не ехал, он стоял, я никуда не собираюсь ехать. Я не собираюсь, я хочу чаю попить. Все, ребят, ты немножко себе проблем нажил тоже. Нет, я не угрожаю, не переживай. За 7 лет, да нет, я все думал, что тебя что-то в суд будет, потому что ты угрожаешь. Это, мы с тобой сталкивались, вспомни, Юго-Западно. Ну ты по какому поводу? Вспомни, где Тик-Ток. Ну так ну, ты мне напомни. А что было-то? Полухин, фамилию тебе могу назвать. Полухин, Полухин здесь сотрудник какой был, точнее. Где был? Был сотрудник. Да, был, да. Вспомни немножко. А что мне вспомнить? Ты мне скажи, я что вспоминать-то? На 7 лет что-то поняла, интересно. Ты был на школе. Так, и что? Да хватит писать, стоять. Ну давай я вот так. Как дебил, давай вот так. Выглядишь. Послушай, ну давай. Как дебил, выглядишь. Давай не будем говорить, кто из нас кто, потому что у меня тоже есть что сказать. Все, отвали от меня. Давай. Давай, что, я отказываюсь. Да блогеры за рубль жопу дают, блядь. Ой, вы такие жадные. Того, они даже сосуть готовы. Слышь, пацан, 1000 дают. Миньетик, сделайте. Да хорош, ты что-то. Вот вперед, рубль дает. 1000. Миньет, сделайте. За словами следи, понял? Нет, какой следи? Удар меня. Давай, удар меня. Ну ты этого и хочешь, так? Не, а ты что хочешь? Можешь ты меня ударить. Нет, я... А я в ответ на что? Я слабый человек, как тебе могу ударить? Викторич! Да. Вот что машину присаживай. Короче, будешь дуть или нет? Нет. Короче, трубку не Нет, я вообще, а что я буду дуть, если не убивал? Зачем? Я вообще не ехал за рулем, от чего? Отказ. Нет, хотя свидетель не будешь. Подожди, за что? За что, ребят, дуть? Машина стоит, вот она, да. Кто не ехал за рулем? Вы снимали свою камеру? У вас она зарегистрирована? Конечно. Она у вас прошла проверку? В Минюсте все зарегистрировано. Все, вот, давайте документ на нее. Вам? Сотрудникам полиции предоставим. А кому я сейчас документ предоставлять вообще? Сотрудникам полиции. Мы все сотрудникам предоставим полиции. Все зарегистрировано. Ребят, отнимайте время просто, ребят. Все зарегистрировано. Зря ты отнимаешь, ребят, время, поверь. Это ты зря отнимаешь время. Ты сейчас отнимаешь у всех время, потому что поехал в том состоянии, в котором... В каком состоянии? Поехал я. Где я ехал? Ты что гонишь? Вообще дуру стоишь. Я никакую дуру не гоню. Жена у меня, он ехал где-то. Да? Да. Хорошо, жену мою свидетельствует. Почему у меня свидетельствует? Жена пьяная, нет? Нет, жена у меня вообще не пьет. Все, она кодирована, у нее справка есть. Нифига себе, ты что, дебила, включаешь, стоишь, правда? Послушай, не надо вам. Кто тебе хочет садить вот немножко? Ну, я тебе потом это сделаю. Ты знаешь, это взаимное. Взаимное? Давай встретимся потом, без камер поговорим. Давай? Давай, занимайся своими делами. Мой телефон публичный. Вот, ребята должны заниматься. Мой телефон публичный, всегда можешь позвонить. Твой телефон, да. Он публичный. Ты вспомнишь меня, поверь. Да. Да если тебе надо было сначала запомнить, чтобы тебя вспомнить. Понимаешь, для начала. Вот ты вот отсюда трогался. На трех машинах вы меня гоняли, на своих спортивных, задроченных иномарочках, блядь. А, мы тебя гоняли? Да. А догнали в итоге? Догнали, да. А где догнали? Викторович, да. Ты, может, трезвый тогда был просто? Я всю жизнь трезвый вообще. Да. Саша, все, хорош. Гоняли его. Пусть пишет. Слышь, еще раз мне фонарик на свой посветишь, я тебе в очко засуну. А что делаешь вообще? 1Б, да, Владимир Невского, 1Б. Вот фонариком себе в глаза посвети. Вообще, вот себе в глаза. Нет, а что ты вообще делаешь? Все, ну начинай. Ты что, вообще потерялся, что ли? Все. Не, а что ты мне в глаза светишь, что ли? Себе свети, блядь. Себе свети, урод, не будешь. Послушай, тебе извинились, сказали нечаянно. Страна же героев, пизда рожает дураков. Понятно, как ты. Почему ты в глаза светишь? Тебе сказали... Я тебе скажу, пизда рожает дураков. Ты что, совсем что ли? Нет, а почему в глаза? Да зачем мне в глаза светить? Да он извинился, да никто не светит. Да что ты, я не пойму. А что ты вот сейчас стоишь делаешь? Ведь никто не светит. Не имею права. Мы еще с вами будем тут бодаться. Вы, пожалуйста, вы патрульник, говорит, ты что, как идиот, что ли, больной, блядь? Вон, да я тебе, я не могу, давай так, успокойтесь, дайте мы видео запишем, потом будете разбирать. Не провоцируйте. Все, замолчали. Так, все, слушай, Викторович, тебе будут вопрос задавать, не мне. Не, я понял. Все, потише. Так, сегодня у нас 16.02.20. Есть гражданин Коноплин Александр Викторович, 20.02.82 года рождения. Вы приглашены в качестве понятых, управлял он тем транспортным средством марки Nissan Qashqai. Госномер Сергей 045, Ульяна Роман 36. В присутствии понятых
Александр Викторович, готов пройти освидетельствовать состояние алкогольного опьянения на месте? Я езжу за рулем и не собираюсь. Нет, вы проходить. Не собираетесь нет, проходить, нет. Отказываетесь, да? Да, отказываюсь. Понятые, слышали? Все. А пройти медицинское освидетельствование? Тоже отказываюсь. Отказываетесь, тоже да? Слышали, да? Значит, присутствие у вас разъясняю статью 51 Конституции Российской Федерации, что имеете право не свидетельствовать да, против себя, своих близких да, родственников. Да, знаю, слышали, да? Слышали, да? Да, все. Так, в отношении вас будет составлен административный материал по статье 12. Да, я подпишу все. Все, да? Все, можешь мне в эти покурить? Смеет, куда же перестать? Надо, блядь, мешать всем жить, работать. Все, все нормально? Все хорошо. Ну, вы довольны? Вы можете ехать по своим делам, вы свои работы сделали. Нет, ваши документы можно? Вы все, я вам показывал ваши документы, да. Да, да, да. Вы же блогеры. А документы ваши при чем? Как при чем? А как ты, какой? Не, подожди, я сотрудник полиции. Вы сотрудник полиции? Я же? Нет, а почему ты меня снимаешь на видео вообще? Я тебе разрешаю не давал? Ты можешь мне запретить. Я тебе запретил вообще. Ты дуру гонишь. Я тебе запретил. Ты сам попросил. Нет, я согласился снимать сотрудника АИМ, чтобы меня снимали. Зай, ну-ка, включай телефон. Включай телефон. Я не Москву говорю. Послушайте. Я разрешил сотрудникам АИМ снимать меня на видео. Сотрудникам полиции. Не обязан. Как не обязан? А как? Ты мне вообще не имеешь права снимать. Да не ори, куда орешь? У меня жена увидит меня с любовницей. Ты что вообще делаешь? Как так? Я тебе скажу, я тебя засужу сразу. Вот, да. Вот это правильно. Вот. Суд на меня. Суд на тебя. Послушай, братан, вот гляди. Он, короче, гляди, он тебе кто? Ничего не предъявляет. Он тебе советует то, что ты сейчас это, чем занимаешься? Я? Ничем. Иди домой. Сигарет прикуриваю. Ну иди домой. Ну а он меня тут снял. Ну а при чем тон? Иди домой. Брат, ты вообще откуда вообще взял здесь? Иди, yeah? Иди ты домой. Да, ну слушай, я лег, вау, пойди. Лег, вау. Пойди сюда. Пойди сюда. Хватит уже ерундой заниматься. Пойди, как мужик со мной разговаривает. Надо иди с ним разговаривай. Хуй ты, блядь, тут их три экипажа. Ты хоть раз побазарил с ними, чёрт, по-честно. Поговори, вот один стоит, второй, третий. Поговори честно, вот с ними. Ребята, приехали. Ребята, приехали по вызову, о чём не могут поговорить. Да хватит снимать, не пойму, что ты хочешь, не пойму. Что, не стыдно? Не, проблем ничего вообще снимать. Ты хоть он активист, хоть он кто, а ты кто? Вот скажи, ты кто? Я никто вообще. У меня даже нет картотеки. За что мне должно быть стыдно, я не пойму. Вот мне непонятно, вот, за что? Мне, знаешь, просто встретиться в кофе, кофейков попить немножко, да? Просто, каждого, просто за что мне должно быть стыдно? Нет, каждый должен делать свое. Да абсолютно, я делал свое дело. А почему ты с меня бабки просил в свое время? Я бабки с тебя просил? Да снимай, да. Это уже что, клевета. Что один у нас, активист, как у нас было это, который 12 миллионов, знаешь, за... Слушай, ты хоть такую ересь не говори, нет, бабки с тебя просил. Ну что ты нет, говоришь? Не про тебя сейчас. Ты мне сказал, я с тебя бабки просил. Нет, не про тебя, хватит. А не про меня? Нет, как у нас просил за это? Потому что земли качают, как он. Земли качают, не понял. Знаешь, как он? Вообще, ребят дернул из-за того, что я резко стартанул с места. А, ты понимаешь... Мы дернули из-за того, что ты имел признаки опьянения. Имел признаки опьянения, но я их не имею. Я всю жизнь так езжу, у меня стиль езды такой. Давай на два колеса его сейчас поставлю. На двух колесах ты ездил в машине? Ну вот смотри, ты оттуда приехал сюда. Что получается? Сейчас... Вот, девочка выпивала, сидела там. Я-то не пью. Ну а почему отказаться от медицинской? А потому что, а мне западло дышать вообще даже. А, вон оно что. Мне западло даже дышать. А неправильно, показывай. Неправильно, так в медицинской. Да нет, она, нет, она правильно. Но мне просто западло. Здесь тоже правильно. Западло даже дышать. Я тебе говорю, молодец, чувак, красавица. Потому что я в этой хрени, что ли? Поверь, я к тебе могу даже на страничку залезть и полазить. Взломать даже что-то где-то выкидываешь. Даже взломать можешь. Да почему нет? А ты вроде не можешь. Нет. Кто ты? Я не могу, ни ты не можешь взломать. Этим нужно обладать специальные познания. У меня таких нет. Не просто так мы проходили подготовку. Да. Подготовку. Мы встретимся, кофейку попьем как-нибудь.
И кофе будет, скажем, мы крепкого попьем, прям хорошего кофе попьем, крепкого. Любишь кофе без сахара? Я вообще кофе не пью. Я чай пью. И чай с лимончиком, да? Да, и без сахара. Сахара. С сахаром. Да. Я тебя угощу. Хочешь, пойдем сейчас давать чайку возьму? Да ладно, сейчас не хочу. Спасибо. Я тебе говорю, я тебе еще знаешь. А вот почему такая ко мне неприязнь? В связи с чем? Ну, ощущение такое сложилось, да. Нет, наоборот, просто не лезь в чужую работу. Вот, а в чью работу? Вот, ребят так должны заниматься, машины останавливать, а не вы. Все замечательно. Ну, так а в чем проблема? У нас, знаешь, как это, гражданская ответственность у нас играет такая вот прям, понимаешь, у да? меня вот тоже, только, знаешь, за педофилов, за педофилов. Вот за этих педофилы. Тварей надо вообще уничтожать. Да, вот эти надо уничтожать. Даже я больше того скажу, не сотрудники их должны наказывать, а гражданские лица уничтожать, ломать уничтожать им все конечности. Должны, уничтожать вот должны. Этих, да, их сдавать не нужно. А вот просто у нас, мы с женой, я говорю, 2 года не общались, вот, да, решили помириться. Молодцы. И вы это нам молодцы. Весь вечер ну, испортили. На самом деле никак это не испортится, сейчас оформят. И а за что мне оформят-то? Ну, уже оформили. Ну, оформили, а что оформили? 12.26, отказ от медицинского свидетельства. Ну и все. Ну да. Предусмотрена ответственность так же, как за управление в состоянии опьянения. Точно такая же ответственность. Нет, это придет свидетелем в суд еще. Конечно, мы придем. Обязательно мы все придем. Да. С видеозаписью, свидетели, понятые, все придут. Здесь вопросов никаких. А главное, чтобы конец света не случился. Да ничего не случится. Да я думаю, конец света сможет случиться. Да не, не сможет. А с супругой, ну молодцы, я только рад. Если действительно так, то молодцы. Да я уже вижу, как радуется. Да на самом деле, у меня к тебе лично неприязни никакой нет. Потому что ты просто совершил поступок, который... Ты знаешь, я считаю, пьяных водителей это... Где пьяный? Подожди, пьяный. Ты меня что, свозил на свидетельство? Где пьяный-то? Вот подожди. Ты понимаешь, подожди. Да это выключи, ты ее тебе говоришь. Ты что, давай так, я тебе так скажу. Сейчас вот что стоишь, пишешь? Я тебе так скажу. Я скажу сразу, если это моя любовница, да? Угу. Если увидит моя жена, я тебя заслужу вообще полностью. Ты можешь все что угодно. Мы находимся в общественном месте. Ты можешь все что угодно сделать. Вот твое право подать на меня в суд. Мое право? Да. Я не то, что подать в суд. Да. У меня немножко другой есть мир. Нет, я отдам конечно. Туда вот это. Послушай. Если я с женой нас... разведусь за тебя, послушай, поверь, ты немножко в этом... Я тебе так скажу. Мир твой, мой... Он может быть у каждого все, свой. Все. Закрой, может, пожалуйста. Он может пересекаться. Я тебе не даю права на съемку. Я не даю права на съемку. Все, еще есть вопросы? Я не даю права на съемку. Еще раз, я могу ее сейчас разбить. Я заплачу тебе за нее. Сколько она стоит? 20 тысяч. Я ей сейчас отдам 20 тысяч. Давай. Успокойся. Ты что делаешь вообще? Я тебя не собираюсь трогать. Трогать. Трогать не собираюсь. Успокойся. Просто я не даю права на съемку. У меня жена. Я говорю, это моя любовница. У меня жена, вот это все увидит, ребят, я вам порву всем глотки на кусочки. Если я 20 лет жизни моей, да, разведусь. Я немножко по-другому. Да все, ты что, ты радость какая-то. Вообще. Радуюсь, чему радуюсь? Ты что, снимаешь? Ты что думаешь, мне в радость стоять, вот это все выслушивать? А что ты стоишь, в радость снимаешь? Ты вообще бред. Ты думаешь, бред. Это все в радость? Ты человека остановил, который не выпивал за рулем, а ты его остановил, он. Знаешь, когда ты протрезвеешь, ты, наверное, все поймешь, что ты говорил. Я по жизни такой. У меня даже фамилия Коноплин, видишь? Ты мне еще что хочешь сказать, я марихуану курю? Да при чем все это? Если у меня фамилия Коноплин. Я под кайфом всю жизнь хожу. Ну, кайфуешь, классно. Ну. От жизни кайфуешь. Мы бы с тобой бы и не встретились, если бы ты не имел бы тех признаков опьянения, которые у тебя имеются. А какие мне признаки опьянения? Скажи, признаки? Чем? Чем? Запах алкоголя. Запах. Несвязанная речь. Запах. Неустойчивость походки. Неустойчивость. Да. Давай присядем с тобой на одной ножке. Или отожмемся по 110 раз от пола. Давай. Послушай. Послушай, что ты хочешь? А что ты хочешь? От темы? Мне тебе нечего доказывать. Дебил ты конченый. Вот я тебя не оскорблял. И если ты это на меня говоришь, то ты сам таковым являешься. Я тебе тоже не хотел бы оскорблять. Ну просто говорю. Я знаю, что зад бы выкидывать за все. Ну просто говорю. Такие вещи не делаются. Говорю, вещи? Я с женой разведусь. И поверь, тебя разведу. Не то с женой. И троих детей еще разведу против тебя. Они будут на папу очень обижены. Я тебе так скажу. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. А я как-нибудь справлюсь. Да, это, по ночитам я тебе могу тоже поговорить. Что? По ночитам я тебе тоже могу поговорить. Смешной ты. Смешной ты. Да. Давай снимай, что надо. Да не, мне не надо, зачем мне. У меня к тебе один вопрос. Пошел, скажи, ты против пьянства за рулем?
Это вот традиционная рубрика. Нет, я против дебилов, вот таких, как ты. Послушай, ты против пьянства за рулем? Я против дебила, как ты. А я против пьяных водителей, как ты. Я против дебила, как ты, который мешает людям работать. Мешает людям. И на этом зарабатывать. Мешает людям ездить пьяными за рулем. А ты мне наливал? Я тебе не наливал, я тебя спрашиваю. А почему ты говоришь, ты, послушай, не, ты не наливал? Я тебе задал вопрос, все, отвалить, ты против пьянства за рулем? Отвалить. Ты против пьянства за рулем? Ты за это? Отвалить. Будешь еще ездить в таком состоянии? В каком? Вот в таком, в котором ты сейчас находишься. А я ездил? А ты управлял, естественно. И в каком состоянии? Ну ты же знаешь свое состояние, ты же чувствуешь. Ты ерунду вообще не неси, вот, пожалуйста. Ты себя не оправдывай, свои бабки не одевай. Хорошо. Все.